почему? Welcome to Wesley's channel. This is Wesley, and it is Wesley's News. Come on, man. Well, I got all the time in the world. Come on, man. Затронуть обратно тему об того, чего нету. Привет, Андрей. Не знаю, зачем я делаю этот видик, но я хочу, чтобы ты знал, что я отношусь к тебе как к кому-то близкому, как к другу. Я не хочу спорить с тобой. Я не хочу тебя привлечь к какому-то плохому настроению. Ну, даже друзья имеют разные точки зрения. Но у меня ничего такого, чтобы я хотел наколоть кого-то или что-нибудь плохого сказать. Начинаем. Запретная тема. За одну неосторожно сказанную фразу, допустим, в Соединенных Штатах Америки, если вы ученый, и вы случайно говорите, что существует эта вещь, вас лишают званий, научных степеней и выгоняют с работы. К сожалению, я нахожусь в Америке. Никогда не видел, никогда не слышал, никогда не произошло. Такого нету. Понял? Да, конечно. Вы вести себя как сумасшедший. Будут смотреть на тебя как на сумасшедшего. Даже если ты упа, а не сумасшедший. Не имеет значения. То же самое в садке. Здесь никто ничего не отнимает. Закончил училище? У тебя титул есть. Да, мы здесь существуем без взяток. Понял? Здесь нету взяток, нету коррупции. Здесь бумаг не покупаешь. Здесь у тебя образование есть или его нету. А если есть, то оно до конца есть. Правильно? Вот так. Неважно, кто вы, неважно, какие заслуги. Как раз важно. Если, допустим, вы учитель, и, допустим, вы потеряли работу. Вам сказали уходить, или вы сами бросили работу. И примерно вы зарабатываете около 600 тысяч рублей в месяц, то когда вы потеряли работу, вы должны получать 33 тысячи рублей еженедельно, пока вы не найдете работу. Вот так. И учителю потерять работу практически... Да, конечно, надо быть... Я не знаю даже, что надо сделать, чтобы потерять работу. Сравните, сколько учителей в России заработают. Мне бы уже хорошо знать. По всей Европе, во всем западном мире, где-то приблизительно так. Эфир, через который передается свет, который существует и заполняет все пространство. Оказывается, в советское время такое понятие, как эфир, использовалось, это было нормально. Через какое-то время его стали вытеснять и запрещать. Андрей, кто стал вытеснять? Кто стал запрещать? Этот кто-то, это был русский, это был американец, это была Европа, это был гнилый Запад или это было что? Я так думаю, в процессе развития, да? Мари Кюри Складовска нашла радиоактивные вещества, и она померла, конечно, потому что она не знала, с чем делать эксперимент. А потом-то мы узнали очень много про это. Эфир это была сама изначально форма понятия этого, что происходит. А потом пишу другое. Это как с компьютером. Вы помните Atari? Первый компьютер Atari. Потом пришли новые. А сейчас вообще новые. И все опирается на квантовую физику. А вы все такое говорите. Эйнштейн не прав. Пусть будет. То же самое сказал Эйнштейн. Радиоволна и световая волна передаются ни через что. То есть звук не может ни через что передаваться, а радиоволна, оказывается, может через пустоту передаваться. Абсурдная вещь.
So why sex and quantum physics, and why does that matter? Да. Звук. Это есть механическая волна, которая рассматривается классической механикой. А электромагнитная волна – это из квантовой физики, которая объясняет ей полностью. Чтобы вы могли понять мне на английском языке, вам надо выучить английский язык. А чтобы вы могли понять квантовую физику, вам надо выучить квантовую физику. Вот, есть ответ. Смотрите, звук передается через воздух, а радиоволна и свет передаются через пустоту. Квантовой физики то, что наш мир состоит из очень маленьких частиц, которых мы не видим. И они ведут себя по собственным законам, не таким, как видимый мир, которым мы привыкли. Когда их много, они ведут себя как обычно, а вот по одной совсем иначе. В обычной физике мы привыкли к тому, что объекты обладают конкретными свойствами. Они могут быть жесткими или упругими. А в квантовой физике они умеют вести себя, как волны. Частицы могут переходить сквозь стены, потому что для них это не совсем стена. Они могут складываться и вычисляться между собой. Classical mechanics works well in describing systems that have a normal size, speed, and temperature. Once we leave these ranges of normalcy, strange behaviors begin to occur. Equations established by classical mechanics simply did not match experimental data, and so quantum theory was developed to fill in the gaps. In particular, quantum mechanics worked to explain how light could be both a wave and a particle. There's a tendency to think of quantum mechanics and classical mechanics as two completely different systems. Bad science will try to tell you that if you apply quantum mechanics to an everyday situation, you'll get amazing results that let you act as both a wave and a particle, and walk through walls and whatnot. But really, if you take an extreme system and bring it closer to normal, you'll find that its quantum model looks more and more like a classical model. You can think of classical mechanics as a specific case of quantum mechanics. The exotic behaviors we see in extreme systems don't necessarily correspond to everyday occurrences. So the next time you see something with the word quantum attached, don't be too scared. There's a lot of cool and crazy stuff that goes on in quantum theory, but there's nothing there that will say that you can walk through a wall. No theory will ever let you do that. It may be best not to try. А сейчас поменяем Калашников на Т-34 или на самом деле на Абрамс. Прочный американский. Танк. Вы же русские. Не то моя крыша пойдет от перегруза. Давайте. Поехали. Скажу несколько отрывочков из видео. Видео старое, советское. Оно как бы плохого качества. Ну, смотрим. В советское время говорили о том, что радиоволны и свет передаются через эфир. И они это показывали даже на наглядных примерах. Это было нормально. А потом, после того, как начали все больше и больше принимать теорию Эйнштейна, это начало отходить на второй план. То есть абсурдная вещь. Радиоволна передается через пустоту. What? Don't you hiss at me?
Ну, смотрим. Эту философскую игрушку описал еще 2500 лет назад Герон Александрийский. Горячки движутся по цепи как отдельные частицы. Но ведь это цепь, и каждое кольцо находится в сцеплении с соседней. Как же оно может передвигаться? Кольца поочередно перевариваются, оставаясь на своих местах. То есть поняли? Это подобно радиоволне и свету. Оно передается, но при этом ничего не движется. Никакие электроны, все остается на своих местах. По цепочке бежит волна, создавая иллюзию движения отдельного кольца. Это иллюзия движения. Кольца остаются на месте, но передается только волна. Эфир стоит на месте, а через эфир передается радиоволна и световая волна. Now, a model alone is not a theory. It turns out that quantum mechanics has had to be brought to bear on the problem of producing an accurate check between theory and experiment. As is usual, when we attempt to explain a quantum mechanical system by a classical model, this model gets lost, becomes washed out, so to speak. It's there, but then again it isn't. The model is false, but many of its elements survive. Две встречные волны гасят друг друга. Игрушка, игрушка, но примерно так устроен фотон, кван света. Can I ask you, what's a quant? A quant can be defined as similar to a mushroom. You keep them in the dark and you feed them shit. So, which is more or less what a lot of people in the industry would say. Вот. Если цепочку Герона замкнуть, то колечко волна пойдет по кругу. Так можно представить себе электрон. Электрон волна движется со скоростью света. Но ведь и они из чего-то состоят. В отличие от кольцевой структуры электрона, структура протонов и нейтронов спиральная. Обратите внимание. Структура нейтронов и электронов спиральная. Это не просто так. Это не просто такая идея очень интересная. Здесь конкретно на пальцах, на простых примерах объясняет, фактически подтверждая на все 100% со состоянием ухи. And the problem is that you don't fucking understand me. There cannot be lawlessness. There has to be some law. There has to be. Со скоростью света. Здесь кубики имитируют и продвижение волны, и ее вращение. Кубики имитируют движение волны. А кубики, как мы понимаем, это частички, а точнее структура, а еще точнее среда эфира, через которую передается магнитное поле, волна, квант света и так далее. Понятно? Если вращение правое, то это плутон. Если левое, нейтрон. Чтобы понять, из чего состоят отдельные кубики и сама спираль, придется опуститься еще на 20 порядков глубже. Момент истины. Из чего состоят вот эти кубики, частицы? Слушайте внимательно. Высказывание. Чтобы их миллиарды раз укрупнить детали этой волновой среды. 10 минус 35 степени. Вот она. Гипотетическая структура таинственного эфира. Или по-нашему наномира. И в дальнейшем он не будет использовать слово эфир, а будет говорить наномир. Вот таинственная структура, устройство нашего мира, наномир, то есть эфира, в 10 минус 35 степени, понятно, то есть эфир, наночастички, микрочастички, из которого состоит электроны, точнее среда, в которой движутся электроны, атомы, ядра и так далее. Сейчас об этом будет все говориться.
10 минус 53 степени. И здесь кольца волновых процессов, только более жестко связаны между собой. Другой мир, другие законы, другая энергия, скорости в миллион раз превышающие скорость света. Момент истины скорости, превышающий в миллионы, миллионы раз быстрее скорости света. Понятно. И та бредовая идея, которую говорил Эйнштейн, и потом ее приняли и до сих пор трактуют. Я еще раз говорю, бредовая, сумасшедшая идея, что ничто не может двигаться быстрее скорости света. Вот она. Вот она, в миллионы раз быстрее скорости света. Дайте линк до видика. Вот так. Будем знать, что мне сказано. Может тоже быть, что там какая-то пропаганда была. Мы не знаем, кто его делал. Неправильная интерпретация. Дорогой друг. Вот так. И просто как-то было сказано, а вы как-то перетворили это на что-то вообще непонятное. Это как будто, знаете, вот вы говорите, что вы схватили марсианского быка за рога. Да. И что, вы убьете быка, чтобы мне этого рога показать? Конечно. Вот так. Мир меняется, время идет. Устаревшие формы понятия меняются на новые. И весь мир вместе с вашим интернетом и вместе с вашим компьютером опирается на контроль физики. Дорогой мой, проснись! Я сегодня не брат. Привет! С Нью-Йорка, США. Welcome to ACS channel. This is Wesley and it is Wesley's news. Come on, man. What I got all the time in the world. Come on, man.